свет родились, чтобы радостно жить, чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить, чтоб улыбки друг другу дарили цветы, чтобы исполнились в жизни все наши мечты. Так давайте устроим большой хоровод. Бірінші маусым балаларды қорғау күні құтты болсын. Балаларымыз аман, денсаулықтары мықты болсын. Балаларымыздың жолы ашық болсын. Ойлаған армандарына жетіп, біздің қуанышымыз болсын. Отанымыздың мақтанышы болуына тілектеспіз. Все мы помним свои ощущения от предвкушения начала летних школьных каникул. Лето, солнце, радость от свободы на целых 3 месяца. С днем защиты детей! Дорогие ребята, оставайтесь как можно больше и дольше детьми, беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой своих родителей. Пусть каждый новый день будет добрым и интересным. А родителям я хочу пожелать терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство наших ребятишек. Пусть счастливы будут все дети на свете, смеются, поют, веселятся гурьбой. Пусть ласково солнышко в небе всем светит, и миром наполнится шар наш земной. Дорогие ребята, я поздравляю вас с замечательным праздником, Днем защиты детей. Я думаю, не случайно этот праздник отмечается именно в начале лета. Ведь лето – это самое веселое, самое яркое время года. Так же, как детство, самая запоминающаяся, самая удивительная часть нашей жизни. Я желаю вам за это лето как можно лучше отдохнуть, набраться как можно больше сил, чтобы с новыми силами, с новым творческим порывом творить вместе с нами. Чаются с небом и к звездам летят, танцующим эхом.